Видите какие-то удобства при использовании газового оборудования? Да, конечно, это регулируем теплоту в квартире. Как это большое преимущество, когда всегда есть горячая вода. И, ну, возможность регулировать отопление, это, конечно, большой плюс. Когда вы пользуетесь отоплением, когда включаете отопление? То есть пока все... Да как холодно, так и включаем. Кто-то раньше включает, а у нас бывает еще тепло в квартире, так мы позже все включаем. Часто ли у вас убирают территорию? Есть какие-то вопросы, может быть, или пожелания управляющим? Нет, территорию, в принципе, хорошо убирают. Как давно живете в Норфолк резиденции? С 16 года. А из какого района переехали? Ну, с Дзержинского я просто переехал, куда мне лучше и куда мне удобнее. Видите разницу газового отопления и центрального? Большая разница, конечно. В чем? Как в чем? Здесь ты сам регулируешь тепло, во-первых. Во-вторых, ну, в общем, делаешь то, что тебе нужно. Угу. Регулируешь тепло сам. Когда надо, выключаешь, когда не надо, пусть работает. В плане горячей воды. В плане горячей воды там, ну да. Угу. Какие удобства? Масса удобств. Во-первых, все замечательно. Подъезды чистенькие. Все, ну, в общем, следят за ним, за услугами. Скажите, пожалуйста, примерно стоимость квартплаты в месяц какая у вас? Ну, у нас однокомнатная квартира, получается где-то 1200 примерно, без газа, без электричества. А за газ и за электричество еще сколько? Еще сколько? Ну, зимой, конечно, больше. Ну, примерно получается 500 рублей за газ, допустим, в среднем, и 500 рублей за электричество. А у вас газовое оборудование стоит? Естественно. Видите какие-то плюсы, минусы? Конечно. Какие? Ну, допустим, я могу сама регулировать, сколько мне нужно тепла. Вот, холодно, летом, например, даже дождь пошел, я могла его включить, прогреться. Довольны ли своей управляющей компанией? Довольны. Довольны. По всем вопросам, в принципе, можно обратиться. Тут рядом, не надо никуда ездить, ничего. Вопросы решаются, в общем-то, быстро все это, если какие-то вопросы возникают. Как часто у вас убирают снег вот зимой? Убирают, да? Постоянно. Постоянно убирают.